это ионы топки на снегу. Пес по чуть-чуть начал смелее гулять. Раньше он боялся машин, останавливался, поджимал хвостик. Потом, спустя полмесяца, он перестал поджимать хвостик и начал более смелее идти. И сейчас он вообще не боится ни дороги, ни других людей, и взаимодействует с собачками. А вот это первая прогулка, которая у него вообще была.